2018 год уже стал для Мособлгаза рекордным по многим показателям. Выручка акционерного общества превысила 40 миллиардов рублей. Максимального за всю историю предприятия значения достигли и налоговые отчисления. Мособлгаз – один из крупнейших в регионе налогоплательщиков. Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов составила 58 тысяч километров и продолжает уверенно расти. Сети растут, появляются новые возможности для подключения. И данный показатель для Мособлгаза является, скажем так, один из ключевых, потому что чем больше у нас газопроводов на территории, чем выше их плотность, тем, соответственно, больше возможностей для наших жителей, потребителей на подключение к услугам газового хозяйства. В 2018 году было проложено 800 километров новых газопроводов, 250 из них в рамках реализации губернаторской программы газификации региона. До конца декабря в эксплуатацию сдадут газопроводы еще в 50 населенных пунктах. К газу подключат более 10 тысяч жителей. Важный показатель уходящего года – увеличение услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. У нас очень сильно приросли и абоненты, и вообще как бы значимость этой работы. Она приобретает все больше и большее значение для газового хозяйства Подмосковья. И мы в дальнейшем продолжим развивать этот бизнес. Среди приоритетных задач, стоящих сегодня перед предприятием, повышение уровня безопасности, совершенствование процедуры технологического присоединения к сетям, дальнейшее развитие онлайн-сервисов. Темпы газификации региона в 2019 году в Мособлгазе также планируют сохранить. Мы продолжим развитие губернаторской программы, продолжим строительство. Сейчас мы формируем перечень объектов первостепенных, которые будут введены в следующем году. Это и объекты новой газификации, и это объекты догазификации тех территорий, в которых газ уже есть, но которые приросли новыми улицами, новыми домами. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».